16 крупных городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в некоторых регионах страны в ближайшие дни может достичь 49 градусов по Цельсию, погодного рекорда для Европы. Граждан призывают избегать прямых солнечных лучей и внимательно следить за состоянием здоровья, особенно детей и пожилых людей.